Надеюсь, вы знаете, что такое доброметр. Доброметр измеряет доброту. В моем символе мало солнечной энергии, чтобы осветить все небо. Бредина стащил хваталкус. Надо найти хваталкус и облако доброты сейчас же. Не теряем ни минуты. Заботливые мишки. Дружная семья. Премьера на канале Карусель. Мы молодцы. Давайте веселиться. У меня из свежего молока сливки вкусные получаются. Такие в чай хорошо. О, новый вкус? Ваниль-карамель. Это я и так выпью. Новые свежие сливки «Домик в деревне», а также новинка со вкусом ваниль-карамель. Еще! И откуда у тебя столько сил, Никита? Легче справиться с нагрузками в школе. Ребенку помогут мамина забота и чудо-детки. Источник новых сил. В школе правильно питайся и с нагрузками справляйся. Чудо-детки! Это я и мой насморк. А вот мне сопелку прилепили. Пластырь-сопелка с эвкалиптом и камфорой облегчает дыхание при простуде и насморке. Я дышу, мама вдыхает. Сегодня готовлю я, вы помогаете. Обед готов, прошу всех к столу. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Черная карта. Кофе, вдохновляющий мечтать. Всем привет, с вами Лисана Тяшева. Я проехала пол Европы и узнала все о малютке от компании «Нутриция». У нее оптимальная рецептура, строгий контроль и качественные ингредиенты. Я как мама доверяю нашей малютке. Она соответствует и российским, и международным стандартам качества. Однажды гуляли по парку мы летом и встретили там человека-комету. Он...